Всем привет, ребята, и сегодня, это да, вторая часть. Вот, кстати, последствия ролика, смотрите до конца. Ролик вышел очень большой и интересный, это целых 20 минут, может даже и больше, поэтому смотрите, он будет очень интересный. Также у меня будет мой ассистент, поэтому ролик вышел очень интересный, смотрите до конца, в принципе, да, в конце будет ржака. Это... Не понял, в смысле, да, Керима. Короче, вы увидите все в конце. Поэтому всем давайте и приятного просмотра. Единственный в огне, кто считает свои сны. Поклоняюсь темноте, пока все из вас... Это вырежу. Вырубил? А, понятно. Садись давай на коврик. Правой кнопкой мыши тыкай. Ладно, залазь сюда, пофиг. Или... Подожди. Садись. Все, 3, 2, 1. И всем привет, ребята, с вами я, Глорд, это вторая серия проверки донатов на Massed World. В этой серии уже будут крупные донаты, мы будем их проверять, но специально для этого я позвал моего ассистента, друга, он будет с выключенным микрофоном, и сегодня наш подопытный кролик, сегодня мы тебя будем пытать. Да-да, там, не обижайся. Смотрите, получается, мы в прошлой серии с вами остановились на модераторе. Сейчас мы будем проверять легенду, король, оператор, спонсор и владелец. Давайте легенду сет пропишем. У нас, да, работает. Смотрите, стены... Наверное, вы спросите, зачем, типа, я друга вызвал, типа, нахрена? Но... позже узнаете, потому что там будут кое-какие команды. Давайте дойдем проверим Бёрн. Кстати, мы проверяли тег. Блин, подождите. Бёрн. Бар. Тег. Тег 228. Получается 3. Да, у нас это работает. Мы на 2 секунды его подожгли, ему задницу. Вот, получается, мы уже знаем, сет команды, которые обещаются, тут работаются. Как бы, пирамиды работаются, ник. Давайте ник поставим, допустим, тест. Тик, короче. Вот, теперь если попишу в чат, то у меня вот такой ник. Но... просто в прошлом серии, если что, мы же проверяли, мы сидели за чужими ЛС, вот тут куда переписывается. Ладно, так, ладно, донейшн дальше. Клер чат. Донейшн. Так, получается у нас... Так, получается у нас это работает. Мы очистили с вами чат. Сделать стены, ага. Китти Канон. Ты готов? Ты готов? Мы сейчас с тебя котиком будем стрелять. Точно? Точно готов? Опа, это у нас работает, но... Слушайте, это, конечно, весьма бесполезная функция, но зато она милая. Мут навсегда, ладно, мы его мутить не будем. Давайте пропишем лучше темп. Блин. Темп. Мут. Тег. Тег 28. Конечно, да, мутить мы можем, но я не хочу получить баны, снять привилегии, поэтому давайте-ка темп мут. Пусть там будет, допустим, одну секунду по причине тест. Говорю, тест. Нет. Короче, пробуем вот так.
ой. И он... Ну, ты... Так. Вот, как вы видите, работает донат. А, давайте-ка. Ой-ой-ой, походу меня сейчас забанит. Ладно, ладно, давайте дальше-ка проверять. Донейшн. Получается, ладно, бан работает. Опять же, бан на 20 минут. IP бан, да, работает, я знаю. Social Spy, кстати. Это, кстати, та самая команда, чтобы следить за... Вот. Ой, теперь я врублю, вот. Типа теперь, если кто-то будет переписываться... Типа... Ты понял? Типа, вы поняли, типа... Ну, мы будем видеть чужие ЛС. Садись, иначе... Садись, иначе на бутылку посажу, все. Ты мой ассистент на сегодняшний ролик. ТПО. ТПО. ТПО у нас тоже работает. Дальше. В принципе, да. Иммунитета у нас нет. О, флай. Дать на полет другу. Давайте-ка. Флай. Тек. Открывайся. Попробуй сейчас взлететь. Попробуй сейчас взлететь. Да. Возвращайся. Волшебный восток. Здесь чары мест, отвага и честь. 2 триллиона заплачу. Только возвращайся. Всегда человека можно замотивировать быть подопытным кроликом. Ладно. Дальше давайте, у нас идет король уже за 219 рублей. Спам игроку. Спам. Тролл. Тек. 228. А у тебя что-то пишет сейчас в чате, скажи. Да, получается, мы его заскамили, мы его заспамили. Так, будет трон. Чел, сейчас ты похоронишься. Готов? Мы его сейчас тэпнули в какую-то пропасть. ТП хера. Тэп. Все, живи, живи, живи. Живи. Три триллиона заплачу, только возвращайся. Возвращайся, давай. И, да не бойся, я тебе больше ничего не буду. Тебя никто не изнасилует, ничего с тобой не сделает. Так, отправить достижение. Так, трой, тэк. Пи-пи-ка. Опа, видите? Вот, получается, на весь сервер написалось. Получается. Прости, прости, 4 триллиона уже заключил. 4 триллиона игрок не ладно. Слэп трон. Это уже не сильно такая обидная команда. Трол. Тэк. 2-2-8. Не понял. Ты бебра, ты что не откидываешься? Ладно, ребят, я как бы знаю, эта команда работает, я уже ее пробовал. Так, лифт, ролл. Юрий Гагарин, ты готов? Молчание, знак согласия. А, ну не получил урон, у него флай был. Донейшн. Заставить игрока голодать. Старве. Тар. Ветро. Тек. 28. Чё помираешь? А, да! На, еды, 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 давай. Получается, он от голода у нас помер. Эта команда у нас тоже работает, ребят. Получается... Пупкин тролль. Да заплачу я тебе много денег, не бойся. Мне главное видос красивый заснять и сделать хороший контент. О, о. Получается, он у нас теперь с башкой тыквы. Так, оп, тролл.
Это у нас... Тебе в чате что-то написалось, типа, вам выдала сёпку, типа, кола. Но на самом деле, давайте D-O-P-T-R-O-L. Следующая команда. Это фейковая опка, ему ничего не выдается, это просто троллинг команды. Короче, донат король, он чисто добавляется в крутые команды всякие. Демо тролль. Никто тебе уже не поможет. Смотрите, какая там команда была, давайте посмотрим. Демо тролль. Слушайте, это уже взлом компьютера какой-то, да? Давай, выходи с таблички. Тебе что-то написалось? Что-то... У тебя демо Майнкрафт, типа, да? Да, получается, у нас это работает. Фига себе. Хелл тролл. Давай, смотри, сейчас мы себе... Хиал тролл тек. У тебя снялись сердечки? Жизнь у нас тоже работает. Так, дроп тролль. Вот держишь предметы в руке, смотрите. Тек. Опа, и он выбросил. То есть, это троллинг команды. Не бойся, я тебе компьютер не взломал. Это всего лишь троллинг команды. Так. Фризи тролль. Заморозить игрока. Мы это не будем проверять, потому что придется ему переходить... перезаходить с сервера. Мы это не будем проверять. Это работает. Так, дрюнк. Напоить игрока водкой. Давай, выходи с таблички. У тебя там это растянул... Да, у него, видите, эффекты. У него сейчас слабость, у него сейчас размытие. Получается, эти команды у нас тоже работают. Disarm Troll. Еще, братанчик, сейчас мы тебя разденем. Все, мы тебя разденем. Голики, да? Ладно, так, donation. Окей. Дальше, type. Ладно, это уже не будет. Короче, ротати тролль, давайте последнего. Пей тролль не будем проверять. Ротация. Так. Ой, его развернуло. Ладно, получается, ребят, у нас уже эти команды, в принципе, не обманывают. Уже плюс серверу, потому что в прошлой серии некоторые команды даже не работали. И это было обидно. То есть, чем донат выше, тем больше... Что? Что? Кто не подписался, тот не спи. Не, слушайте, а чел дело-то говорит, слушайте. Подписался без письки остался, поэтому давайте подписывайтесь, иначе все. Так, донейшн. Донат оператор. Set lore. Давайте, это получается изменить описание предмета. Set lore. Set lore. Первая строчка. И точно, давайте цветным сделаем. Вот, получается, первое у нас. Вот, подпишись, вообще кайф. Так, дальше, дальше у нас побег! Это побег! Это побег из заложника! Так. Боже. Так, ладно. Наш подобный сбежал. Set name. Давайте set. Set. Set name. Пусть будет лайк. Вот, поэтому поставьте лайк и вот не понял. А, чё? Вот. Получается, поставьте лайк и подпишитесь. Вот. Проверь даже, видишь? Доска волшебная просто. Прочитаю ее описание и название. Так, ладно, донейшн дальше. РГТП.
давайте-ка ТП. Отправить игрока на вар. Вар. Спавн. Вар. Спавн. Сек. Все полетело на спавн. Ладно, давай, я отправляю ТП. Кстати, тут тоже нет лимитов. Это жесть, полный обман. Потому что ТП, смотрите, ТП херы. Задержка целых 9 минут. Мы уже 9 минут прошли, получается. Донейшн, смотрите. Оператор РГ-лист, типа, ладно, список дома. Ладно, это уже проверять не будем. Открыть мини-консоль. Консолы. Получается, специальные возможности, префиксы, объявления, консоль. То есть, префиксы давайте, допустим, поставить префикс только привилегии. Вернуть свой префикс, подождите-ка. Мы это вроде уже видели с вами. Поставить префикс. Стикеры в табе давайте, допустим, стикер себе вот такой токсин поставим, ждем. Он выдается не сразу, нужно подождать там несколько секунд. Вот, у нас выдался, как бы, обалдеть, выключи ФПС. Ладно, сделаем вид, что все хорошо. Этот уже строит себе дом. Думаю, что я ему реально заплачу, но я ему ничем не заплачу. Ладно. Так, это у нас команды сета. Команда World Edit, я вам сразу скажу, они все работают. Спонсора нет смысла проверять. На World Edit тут обмана нет. Владелец. Вот самое сочное, к чему мы приступали все время. И разоблачение Asset World. Вам доступны все команды, вы получаете реальный опыт. С вас снят все ограничения и лимиты. То есть тут есть задержка. То есть вы уже знаете, тут огромные задержки на команды. Доступ к просмотру сундуков во всех приватах. Просматривать сундуки, да, мы можем, но мы из них ничего брать не можем, мы можем их просматривать. Доступ к сет во всех регионах. Это обман. Давайте РТП. Ой, блин. Это кривой плагин. Так, давайте РТП. РТП. Давайте-ка на РТП поищем чей-то домик. И сейчас вы убедитесь. РТП. Да блин. Вот ТПРГ, допустим. РГТП. Допустим. На всех выживаниях такой регион есть. Фига себе. Ладно, варп, допустим. О, допустим, к примеру. Допустим, варпы какие тут есть. Короче, вот такой, обобка. Вот, как вы видите, мы ломать не можем. Мы обку не получаем. Мы не можем даже чужие регионы ломать. Про сет, опять же. Сет 0. А про кут, смотрите. Я уже вообще молчу, то есть, как бы вам объяснить, да, сервер реально сильно игроков как бы как бы обманывает на донат, мягко сказать. Это очень мягко сказано, то есть, давайте дальше. Доступ к просмотру, ага, вы получаете пэкс юзер от звездочка, где моя звездочка? Вот это просто стикер в табе, который я поставил себе сам, опять же. Получите PX User, да. Оп! Где опка? Мы это проверили. Доступ к консоли massetworld.net. Кайф. И керамику. Сейчас дам. Да, кстати, тебя уже слышно. На видео. Да, познакомьтесь. Это вот мой ассистент. Конечно, Discord я не буду палить. Да? Ученичок. Ладно. Сделаем вид, что все норм. Ладно. Смотрите.
Вот, я зашел на сайт Masset World. После покупки напишите администратору, он привяжет ваш ВК к консоли, будет доступно после выхода из бета-теста. Этот бета-тест длится 6 лет, то есть с начала выхода сервера. То есть ни у кого нету консоли, даже у хелперов. Не, у хелперов может есть, но то есть вы теперь понимаете, что этот сервер реально обманывает. Да, тут можно играть, но просто будьте осторожны при покупке доната, типа, посмотрев мое видео, будете знать, что, типа, чего можно ожидать при покупке, ну, типа, доната на этом сервере. То есть консоль купить не... Да, можно купить. Можно купить, понимаю. Вот, допустим, до завершения акции осталось 3 часа 17 минут. Как бы вам объяснить? Когда это все пройдет? Это пройдет. Просто. Таймер обнулится и начнется заново. Владелец, оп, плюс звезда. Всего за 479 рублей. Где опка, где звезда? Вопрос. Просто. Это жесть полная. Ребят. Просто будьте осторожны при покупке доната на каком-либо проекте. С вами был я, Глорд. Вот, войти в консоль. Вот, как вы видите, вот. То есть, в жопу это все. То есть, им главное заработать свои денежки и просто положить их в карманчик. Типа, ну, и типа, ну, им похрен на игроков сервера. Ладно, с вами был я, Глорд. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока. Так, я не понял, что он там до сих пор делает? Ладно, я с тобой. Ты хорошо? Что ты тут занимаешься? Ничем. Подожди, я тут сломаю немного потолочек. Подожди. Заходи в дом. Заходи в дом, иначе дом сейчас тебе нахрен разнесу. Это что? Ютуб такой не забывает. Что мы творим? Ночь. Слушай, а давай на тебя, в принципе, еще и бан проверим, чтобы, ну, да иди сюда, бан. Ты там чё? Привет, пупсик. Иди сюда. Я тебя догоню ещё. Иди сейчас, знаешь, на что посажали стоять? Я тебя догоню. Да. Ладно, я пошел дальше на стуле сидеть стоит. Если хочешь, то в принципе со мной за компашку можешь, в принципе. Не-не-не. За компашку давай. Не-не-не. Посмотри, как тут мне прикольно. Погоди. Согласись, что прикольно. Не, погоди. Это что такое? Я не понял, что происходит. Ты дед Максим, что это? Максим в молодости. Дед Максим в молодости, ты не узнал?
Тетя Галя, давайте, Галя. Открывайся, сезон!